Звездочка падает во тьму, звездочка горит во лбу царевны. Всем привет! В связи с наступающим Новым годом я бы хотела вам рассказать про несколько своих желаний, которые я бы очень хотел, чтобы сбылись. Мое первое желание – это побывать на Бали. Там очень тепло и всегда летом. Я уверен, что я бы хорошо приспособился к этому климату. Мое второе желание это чтобы люди вокруг всегда были добрыми, веселыми и приятными в общении. Мое третье желание, чтобы родители всегда были счастливыми и никогда не уставали. И чтобы они наконец перестали ругаться на меня и рукоприкладствовать. Я уверен, что совсем скоро, прямо в 2023 году, я стану хорошим человеком. Куда собрался? 2023, Бали ему, чтобы родители не рукоприкладствовали. А про здоровье где? Ты про здоровье не сказал. Сид, береги честь с молоду и здоровье тоже. Ладно, я понимаю, конечно, у вас все круто. Молодец, хорошо говоришь. Будешь хорошим актером. Извини, братишка, парни, мы с наступающим. Мы сфоткаемся быстренько, окей? И можете дальше делать свои дела, окей? Хорошо. Хорошо, а? Да, а мы вроде уже...